Хорошо. Мы закончили вот такой большой раздел текст проповеди, выбор текста и организация материала. Вероятно, уже завтра мы будем говорить о том, как сделать проповедь актуальной, и потом перейдем к тому, как использовать иллюстрации в проповеди, такие особые специфические разделы, как сделать проповедь понятной, близкой людям, актуальной, и как насытить ее иллюстрациями, правила использования иллюстраций. Вот. Но мне хотелось бы сейчас продолжить своего рода вставку такую сделать и такие, ну, как практическое занятие или практическое применение того, о чем мы говорили, предложить проповеди по первому посланию к Фессалоникийцам. Я знаю, что мы проповедуем, и мы хотим взять какой-то текст Писания и готовить. И вот я бы взял первое послание к Фессалоникийцам и хотел рассмотреть вот в течение, может быть, часа сегодня и завтра продолжить эту тему, первое послание к Фессалоникийцам и рассмотреть и предложить несколько планов проповеди. Вот. И на основании вот этого разбора у нас уже будут планы проповеди. Планы проповеди, которые бы соответствовали той тематике и тем требованиям, которые мы предъявляли к планам. Хорошо? Вот, если у вас Библии есть, вот, как говорил Билли Грэм, кто из вас принес Библии? Поднимите их. Хорошо, всегда приносите с собой Библии. Вот, откройте первое послание к Фессалоникийцам, и мы сделаем своего рода вставку, рассмотрим вот, первое послание к Фессалоникийцам. Вот я так назвал общая тема. Первое послание к Фессалоникийцам в ожидании пришествия. Первое послание к Фессалоникийцам в ожидании пришествия. Однажды археологи проводили раскопки в древней части города Фессалоники, в Македонии, это на севере востока Греции. И при раскопках они обнаружили один надгробный камень, относящийся к первому веку после рождения Иисуса Христа. Это примерно то же время, когда жил Христос и апостолы. И на этом камне по-гречески было написано «надежды нет». Это надгробный камень. Но если мы почитаем первое послание к Фессалоникийцам, мы увидим, что там только о надежде и говорится. Апостол Павел говорит о надежде в первом послании к Фессалоникийцам, о пришествии и надежде, связанной с пришествием. Интересно, что первое послание к Фессалоникийцам написано молодым верующим. Мы бы сказали так, новообращенным. И обычно мы новообращенным говорим о самых простых вещах веры. Вот, кто такой Христос, что такое спасение. Ну, и вопросы эсхатологии последнего времени мы обычно откладываем на потом. Это слишком сложные вопросы. Но интересно, что апостол Павел начинает именно с эсхатологии. Он пишет молодым верующим о пришествии Господа Иисуса Христа. Он считает, что самое важное для них знать о том, что Иисус Христос придет. И знать о том, что делать в ожидании пришествия Иисуса Христа. И для апостола Павла вот эта тема пришествия, это не просто тема, о которой можно поговорить, можно подискутировать, порассуждать. Это тема, которая вселяет в нас надежду. Это то, что дает нам радость жизни. Это то, что помогает нам идти с Богом. Именно тема эсхатологии, тема пришествия Господа Иисуса Христа. И он говорит об этом. И он предлагает в эту тему послание к Фессалоникийцам для нашего духовного роста. И мы изучаем эту тему. Вот, и мы изучаем это послание, мы изучаем его, как мы вчера уже говорили, снутри и снаружи, извне и снаружи. Мы погружаемся в древний мир. Помните, мы вчера говорили, да? Изучаем историко-культурный анализ. Когда было написано послание? Вот если вы хотите проповедовать по посланию к Фессалоникийцам, с чего вы начинаете? Вы изучаете все послание, вы несколько раз прочитаете послание. Все, оно короткое, 5 глав, первое послание. Вот. Вы захотите узнать, когда было написано послание, кому было написано, вот, в какой культурной ситуации жили эти люди. Они претерпевали гонения. Это нам помогает во многом понять, что апостол Павел писал. Вы проведете синтаксический или лексический анализ, другие виды анализа. Вот, и вы занимаетесь этим. И второе, потом вы соотносите эти истины с современностью. Ведь просто людям проповедовать о послании к Фессалоникийцам, ну, может быть, кому-то это интересно. Люди будут слушать, а что такое, где Фессалоники находились, что там было, как жили верующие, что писал апостол Павел. А как это связано с жизнью? Людей интересует. Фессалоникийцы — это хорошо, как это связано с моей жизнью? Поэтому мы переходим к другому, мы переходим к нашей жизни. Мы показываем, как это связано с нашей жизнью. Итак, первое — это церковь в Фессалониках. Вот, когда мы захотим проповедовать по посланию к Фессалоникийцам, мы изучим, мы прочитаем Деяния.
Вот. И в Деяниях те тексты, где написано об основании церкви фессалоникийцам. Как апостол Павел шел через Малую Азию, потом он увидел сон, и во сне ему явился муж македонянин. Помните, говорит, приди, помоги нам. Потом он пошел в Филиппы, в Европе началась проповедь, и затем в Фессалоники. Затем он вернулся в Фессалоники. Вот, Фессалоники – это вот в столице Македонии. Где-то здесь у меня была даже картинка, вот я бы вам показал, вот это уже современные Фессалоники. Вот это современный город Фессалоники, как он выглядит, то место, где когда-то проповедовал апостол Павел. Сейчас там живет больше миллиона людей, 1 200 000 примерно, второй по значимости и по величине город. А Салоники это не то же самое? А? Салоники, да, тоже. Это да, в старом всегда написано часто Салоники, сейчас на картах пишут Салоники, когда-то было Фессалоники написано, это тот же город. Вот некоторые туристические места, вот красивые этого города. Вот. Это Аристотель, вот, который был еще до Христа, это памятник Аристотелю, и здесь у Аристотеля вот, палец такой очень гладкий. Считается, что если потрешь этот палец, то будешь счастливым. Поэтому палец этот блестит, потому что все подходят и протирают этот палец. Вот этот палец блестит. Вот, вот разные здания и так далее. Вот этот город, город Фессалоники, старый город, в котором проповедовал апостол Павел. Вот, и вот апостол Павел пришел в этот город, для того, чтобы вот еще нам лучше увидеть, как апостол Павел ходил и куда он пришел. Вот будет хорошо увидеть, вот, посмотреть на карту. Сверху вы видите Македония, и там Салоники написано, да? Апостол Павел шел в Малой Азии, Малая Азия – это современная Турция, вот это справа территория неокрашенная. Вот, и затем он пошел в Филиппы, здесь не показан город Филиппы. В Европе начал проповедовать, и постепенно он дошел до Салоник, вот Фессалоника, этот город Фессалоники. Столица Македонии, крупный морской порт. Здесь проходила дорога Виа Игнатия, одна из известнейших древних дорог, соединявшая Рим с Востоком. Очень стратегически важный город. И там было греки, греков жило, естественно, в Салониках жили греки, но там было много евреев, там процветала торговля, всегда, где есть торговля, вот там нельзя было не встретить еврейских дельцов. Ну и поскольку Салоники занимали такое важное место в древних путях, пересечении дорог, вот там было много евреев, и апостол Павел пришел туда и там проповедовал. И когда апостол Павел проповедовал, мы читаем в Деяниях 17 главе, великое множество уверовало. Ну, не знаю, что значит великое множество, насколько это много, но немало людей, наверное, пришло к Богу. Вот. И потом начались гонения. Часто с уверованием связаны гонения. Где люди веруют, начинаются гонения. Но и апостол Павел переживал о церкви в Фессалониках. Переживал, думал о них, он послал Тимофея к ним, чтобы узнать, как дела у них. И мы читаем 1 главе Фессалоникийцам послание, и апостол Павел говорит об этой переписке, об отношениях к Тимофею, что Тимофей пошел, потом Тимофей что-то узнал, потом Тимофей пришел обратно с радостной вестью и поделился этой вестью, ну и апостол Павел утешился. Вот он сказал, что Тимофей принес добрую весть о вере вашей, любви, которую вы всегда имеете в вас. Ну и когда апостол Павел услышал об этом, он начинает писать послание. Вот послание к фессалоникийцам. И вот это послание к фессалоникийцам является хорошим таким примером, хорошим примером, как можно говорить о втором пришествии, какое значение имеет второе пришествие в жизни христианина. Первые две главы – это своего рода, я бы назвал, кратким курсом гомилетики. Вот прежде чем апостол Павел говорит о втором пришествии, мы можем еще раз вернуться к гомилетике. Краткий курс гомилетики апостол Павел и фессалоникийцы. Первые две главы. Вот и здесь своего рода, можно сказать, проповедь даже. К проповедникам, проповедь, обращенную к проповедникам. Вот, в видении апостол Павел говорит, что проповедь наша была не в слове только, а в силе. Проповедь произносится в силе. Мы возвещаем слово силой Духа. Вот, и мы можем говорить о том, что как Иоанн Креститель приступил к служению в силе Духа, как Иисус приступил к служению после сошествия Святого Духа. Помните, Христос сказал: «Дух Господень на мне!» Иисус начал проповедовать в силе Духа. Иисус говорил ученикам: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вот представьте себе ситуацию. Ученики не были дилетантами в служении. Они 3 года ходили со Христом. 3 года учились в самой лучшей школе. Они видели Его чудеса. Вот. Они сами изгоняли бесов. Может быть, не всегда удачно, но они это делали. Что еще нужно? Вот я не знаю, есть ли среди вас брат, вот мог бы быть такой брат среди вас, который общался с Иисусом лицом к лицу, который был свидетелем Его воскресения, преображения, который ходил по воде даже.
вот, который видел его распятым, сошел в гроб. Ну, такого брата можно выбирать на служение. Что еще нужно? Вот, а Христос достаточно. Ждите, вот, когда Дух Святой сойдет, и вы получите силу. То есть этого недостаточно. Нужна сила Божья. И вот дальше мы читаем в Деяниях, что в день Пятидесятницы ученики получили силу, Дух Святой вошел, сошел на них, и они стали свидетельствовать об Иисусе до Иерусалима и до края земли. Они совершали великие дела силой Божией. Я вспоминаю пример о наших братьях в Сибири, как-то рассказывали, когда к ним пришли из налоговой инспекции. Говорят, платите налоги. А за что? Ну, говорят, вот у вас тут центр для наркоманов или алкоголиков, и они освобождаются. Но это все же не бесплатно делается. Вот мы все фиксируем. Вот тот освободился от наркотиков, тот от алкогольной зависимости. Вот. А братья говорят, а, ну если вы об этом, так это же Христос делает. Вот у него лицензию и требуйте. Вот. Это все Христос делает. Ну, и на самом деле это так. Это не мы делаем. Сокровища сии, апостол Павел говорит, мы носим в глиняных сосудах. И преизбыточная сила приписываем мы Богу. Вот. Мы полагаемся на Духа Святого. Билли Грэм говорил, я часто чувствую себя наблюдателем. Я встаю в стороне и смотрю, как действует Бог. Вот это проповедь в силе. Бог действует, не мы действуем. Мы стоим, мы только передаем то, что говорит Бог. Поэтому мы полагаемся на Бога. И я уже говорил, мы делаем хороший план проповеди, организация, единство. Мы соблюдаем последовательность, кульминацию мысли. Но если мы не будем надеяться на Бога при этом, наша проповедь останется сухими костями, как написано в Иезекииле. Но только Дух жизнь вдыхает в эти сухие кости. План это сухие кости, по сути. Это скелет всего лишь. Но если мы молимся, тогда Дух вдыхает свою жизнь, и люди меняются от проповеди. Проповедь не в слове и в силе. И дальше апостол Павел говорит о содержании проповеди. Пункт первый своего рода проповеди. Содержание проповеди 2-3. Он говорит, что в проповеди нашей нет ни заблуждения, ни нечистых помыслов, ни побуждений. Вот очень хорошая мысль для каждого проповедника. Вот. И здесь такое слово апостол Павел использует. Акатарсиас, нечистота, нечистоплотность. То есть никаких нечистоты, никаких мыслей нечистых по отношению, скажем, к женщинам, по отношению к деньгам нет в нашей проповеди, нет лукавства. В нашей проповеди нет лукавства. Знаете, мы ориентированы на результат, нужно больше и больше. И так было во время апостола Павла. Во время апостола Павла уже были люди, которые применяли разные нечестные методы для того, чтобы привлечь людей за собой. Я слышал, когда во время перестройки, не знаю, правда ли это, но применяли разные методы для того, чтобы людей обратить. И говорили, среди тех, кто, вот если вы покаетесь, там, получите литературу, среди тех, кто покается, будет разыгран видеомагнитофон. Представляете, как толпа сразу рвется, тем более в то время было мало еще возможностей получить что-то. Вот люди приходили, чтобы получить видеомагнитофон. Ну и все это дело снять на камеру, вот и можно показывать, какой успешной была проповедь. Вот, и собрать какие-то средства. Апостол Павел проповедовал без лукавства. Вот. Нельзя. Я тоже помню, один проповедник так призывал. И он призывал людей покаяться, ну как-то не получается, не выходят люди. И потом он такой хитрый метод предложил. Кто хочет, чтобы за него помолились? Ну так, никто особо не хочет. Кто хочет, чтобы за родственников помолились? Кто-то поднял руку. Выходи сюда. Брат вышел, он его на колени поставил, помолился с ним, так все, ну как будто бы человек покаялся. Вот или некоторые проповедники делают. Вот, ну, кто хочет, чтобы там помолиться или помолились за них, поднимите руки. Ну, некоторые люди так не смело подняли руки, а потом проповедник делает хитрый шаг. А теперь, кто поднял руки, выйдите вперед. Людям некуда деваться, выходят. О, люди вышли вперед, люди покаялись. Зачем такое лукавство? Вот. Апостол Павел говорит, проповедовал без лукавства. Нет в нашей проповеди лукавства. И далее апостол Павел говорит о методах своей проповеди. Угождение Богу, а не человеку. Он не проповедовал, чтобы угодить человеку. Он угождал Богу. В его проповеди не было ласкательства. Вот. В слове «ласкательство» это слово, означающее проповедь из корыстных побуждений. Вот. Ну, в нас, в церквах, ну, в большинстве церквей не платят за проповеди, да? Так понимаю. Хотя уже есть сейчас иногда новые церкви. Я посещал одну церковь, и они обычно после того, как я в них участвую, они просят иногда одну новую церковь, они, ну, как бы всегда благодарят проповедников и дают какие-то деньги, как они говорят, на Макдональдс. Сходить в Макдональдс где-то пообедать. Небольшие деньги. Вот. Ну, к счастью, это небольшие, поэтому пока мы проповедуем не за деньги. Мы как бы проповедуем просто ради идей. Но, хотя трудящийся достоин пропитания, конечно. Но часто проповедники некоторые могут вообще думать больше о деньгах, нежели о проповеди. Вот особенно если это платят, они могут выбрать, ага, в какую церковь они пойти. В той платят хорошо за проповедь, в этой нет, пойду ту. Та большая церковь, там будет больше сбор и так далее. Вот, а некоторые церкви, например, в Америке, если вы проповедуете, потом вы выходите, и люди, когда выходят с собрания, они в тарелочку бросают деньги, пожертвования для проповедника.
Вот, ну, если это церковь побольше, где-то побольше пожертвует, поменьше. И часто проповедник может думать, ну, а как же мне так сказать, чтобы пожертвовали больше? Вот это искушение может быть. И апостол Павел говорит, у меня не было угождения, не было ласкательства и не было корысти проповеди. Вот это методы проповеди. И дальше апостол Павел говорит после разговора о методах о проповедниках. Какие проповедники? Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Вот это были настоящие проповедники. Свято, безукоризненно, праведно поступали. Они могли дать почувствовать свой вес и важность. Апостол Павел говорит, мы могли прийти к вам с важностью, как апостолы. Но мы были тихи, как кормилица относится с детьми своими. И вот такими были проповедники. И в заключение проповеди мы можем говорить о том, о чем говорил апостол Павел, что мы отдали души свои вам, потому что вы стали нам любезны. Мартин Ллойд-Джонс говорил, одно дело любить проповедовать, второе, любить тех, кому ты проповедуешь. Можно любить проповедовать, но не любить тех, кому ты проповедуешь. И вот апостол говорит о том, что он любил тех, кому он проповедовал. Он говорил в послании к римлянам, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Представляете такого проповедника, который готов сердце отдать? Конечно, проповедь будет звучать совсем иначе. Вот люди будут воспринимать эту проповедь, люди будут применять истины, заложенные в этой проповеди. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Да? Вот у меня вопрос такой. У меня слышал такое словосочетание когда-то, неверующий проповедник. Вот. Мне кажется, вот проповедь за деньги, это как это может сочетаться? Проповедь за деньги. Проповедь по вдохновению, а проповедь за деньги, это получается работа тогда. Нет, здесь вопрос выходит... в мотивах проповедника. То есть, ну, апостол Павел говорит, что трудящийся достоин пропитания, и не заграждай рта у вола молотящего. То есть, правильно, если человек трудится, подготовить проповедь, и серьезно, надо много работать. Действительно, проповедники, о которых мы говорили, там многие трудятся много, часами. И это тяжелая работа, как Муди говорил. У него пот просто катился по лицу, когда он готовился. Но вопрос в том, делал ли он это за деньги, он делал или это для Бога. А деньги это уже то, что, ну, Бог дает, то, что прилагается. Ну, и Бог может использовать, конечно, и, наверное, таких проповедников, даже лукавых. Апостол Павел говорит, некоторые по любопрению проповедуют Христа нечисто, но Бог их. И он говорит, я буду этому радоваться. Пусть люди услышат о Христе даже из уст этих проповедников. Но, конечно, такой проповедник себя не спасет. Какая награда, он говорил, Бог может даже ослицу использовать. Самых неверующих, он через Каиафу проговорил. Помните, Каиафа был первосвященником, и он предсказал смерть Христа. Бог через Каиафу проговорил. Бог Саула использовал, Саул был пророк. Но какая награда этому проповеднику? Вот поэтому мы стремимся быть верно вот, преподающими слово истины. Вот для нас это уже наша ответственность. Да. А Иона любил тех, кому он проповедовал? Интересно, что вот книга Ионы заканчивается вопросом. Мы говорили об окончании проповеди. Вопросом. Мне ли не пожалеть города, в котором там 120 тысяч человек, не умеющих отличить руки от левой, от правой и множество скота? И ни над чего не написано об ответе Ионы. То есть Иона как бы не отвечает. Вот мы не знаем. Мы не знаем, покаялся ли даже Иона уже второй раз в том, что он так относился вот, к ниневитянам. Главное, что он сказал. Он боялся Бога. Мне кажется, это не суть важно, покаялся он или нет. Самое главное, что Господь ему показал, что... Да, да. Вот в любом случае, наверное, без гнева это говорил смиренно, что Бог хочет сказать им. Как бы вот этот самый вопрос. Обязательно не испытывать чувства какие-то к людям. Ну, здесь, может быть, не то, что даже любовь к людям. Понятно, ниневитян было трудно любить, Ионе, вот таких людей. Но здесь его поразило больше, вероятно, вот эта ну, бессмысленность проповеди. Он говорит, ну зачем тогда проповедовать, ты все равно покаялся. То есть он вот этого не понял, Иона не мог вместить. Вот. Он, Бог говорил, что разрушено будет. Он проповедует, не разрушается. Так он говорит, так какой смысл был проповедовать? Вот. И он не понимал любви Божьей, что Божья любовь намного превосходит то, что он думает, представляет. Вот Бог хотел их раскаяния, хотел, чтобы они поменяли свою жизнь. Да. Но вот интересно, что ответа нет Ионы, что Иона в конце концов пережил. Все-таки понял ли он до конца? Мы думаем, что он кое-что понял. Бог ему урок преподнес с этим растением очень хороший. Говорит, ты растение огорчился, а мне люди.
столько людей здесь. Вот. Это контекст послания к фессалоникийцам. Вот мы так просмотрели, как контекст, как она образовалась, эта церковь, и как пришли к этой церкви.